Короче, здорово, бродяги. Шо, как дела ваши? Чисто поживают. Чисто как поживаете, так сказать? В общем-то, поздравить я пришел, так сказать, с Новым годом всех придурков, всех хороших людей. Всех-всех-всех абсолютно, короче. Я сегодня прям такой, знаете, нарядный. Вот, конечно, вышел прям нестабильный, нестандартный и очень-очень странный. Ну что, как бы, один бы хрен, знаете, типа, вот у меня вроде бы зима была классная, насколько я помню, насколько я могу вспомнить, в принципе, зима была классная. Вспомнить весну, она, конечно, была такая, знаете, типа, я весна. А лето, да, вот лето было классное, а осень такая, типа, и ты такой, что? Но зато было тепло. Я могу сказать, вот реально мем на 2019 год. Актуальный просто мем. Просто самый актуальный мем на 2019 год. Это мем смешной, а ситуация страшная. Потому что по-другому этот год не опишешь, на самом деле. Происходило много странных смешных мемов и странных ситуаций. Ребята, просто хочу вас всех душевно, искренне поздравить с Новым годом. Типа... Новый год не за горами, как говорится. Если эти мемы постят дебильные, типа там, ой, Новый год, кому там нужен, Земля делает оборот, а мы такие, типа, ну, Земля сделала оборот, ну, давайте порадуемся. Плевать. Типа, потому что Новый год — это Новый год. Как говорится, курица не птица, Евпатория не заградится. Купил на концерт пилоты билет. Вот. В следующем году схожу, надеюсь. Не суть. Туберкулез. Просто... В общем, что хочу сказать, ребята, всем реально искренне, просто душевного, просто вот душевного равновесия. Всем желаю искреннего душевного равновесия. Как бы, ну, душевного, духовного, я не знаю, как угодно, кому, кто во что гораст, так сказать. Вот, естественно, благосостояние, так сказать, такого, знаете, ну, типа, банального благосостояния. Да, банально, конечно, звучит, но все-таки, с другой стороны, благосостояние — вещь такая, знаете, я на своем пути уже, блин, бабки. Ладно, не суть. Даже не знаю, что еще пожелать. Типа, здоровья детям вашим, здоровья вам всем, хорошим друзьям. 1xbet. Большой выигрыш. Я, короче, какой-то химия строю просто. Ну, типа, ну, мне весело. Типа, у меня начался Новый год. И я такой, типа, оп. Я еще один в секции, короче. Это ужас просто. Ладно, не суть. В общем, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Всем хочу пожелать всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы... жизнь была такая, знаете, классная. Чтобы все было классно. Наступает 2020 год, это как бы новое десятилетие. Кто бы чего там не говорил, что десятилетие начнется в 2021 году, мам, я там, оказывается, еще люблю это, ну, так сказать, люблю Майнкрафт играть. Нет, все, типа, 2020 это новое десятилетие. К тому же, как звучит 2020, то есть не просто цифра, блин. То есть это прям как-то вот, ну, скажите, что вы тоже ощущаете эту херню, типа, что вот как-то, прям как будто мы, типа, в будущее какое-то вступаем, как будто прям такой next generation, короче, вся вот эта фигня, как будто вообще просто сидишь, такой, блин, 2020 год, это капец, это же там машины летающие, там все такое, типа, Илон Маск, там, полет в космос, SpaceX, это вот, ну, мне кажется, да, это, мне кажется, очень-очень-очень даже, типа, очень-очень-очень. Вот за это я хочу, так сказать... Вот это, так сказать, шампуська за вас, ребята, выпить, блин, просто 129 рублей в Бристоле. Да, на самом деле, какой шампусик, блин, если есть. Вот, так что... За всех хочу, на самом деле, поднять тут литровую... бутылку Жигулей барных, так сказать, непростых. Поэтому, ребята, всего самого хорошего, самого наилучшего, чтобы все просто процветали, расцветали, это, плесенью головы не покройтесь, чтобы это, ну, знаете, грибок не развился. А потом, знаете, как это, одни из нас, знаете такую игру? Так вот там такое было, просто потом сидели и все это туда-сюда ходили, но потом просто эти такие, эти ходили такие, из-за плесени все. Ладно, ваше здоровье. В общем, подводя итог, всех снова поздравляю с 2000... Нет,
Всех снова поздравляю с 12020 годом, потому что именно столько лет прошло от первого исторического события, которое зарегистрировано. Ян Топлес, привет! Я посмотрел его видос, поэтому если кто не смотрел, посмотрите тоже, типа, будет душевно, типа. Поэтому всех с праздником, всем добра, любви, позитива. Сергей Симонов, камон, канал Добра и Позитива. Сами редко снялся.